Ладно, ребят, еще раз всем здравствуйте. Рад вас всех поприветствовать, видеть всех отдохнувших, загорелых. Надеюсь, все два месяца хватило всем перевести дух и с новыми силами, с новыми эмоциями начать подготовку к следующему сезону, который, надеюсь, будет успешнее, лучше во всех отношениях. Сразу хочу представить вам тренерский штаб нашей молодежной команды автомобилистов. Это Сергей Юрьевич Осипов, который отыграл больше всех игр на высшем уровне, провел 13 сезонов в одной команде. Это пример, наверное, для каждого. У нас 13 команд за сезон, люди меняют. И будет помогать мне и вам, в частности, нападающим в большинстве случаев. Я поиграл нормально, то есть 20 лет примерно, ну не примерно, а 20 лет в профессиональном хоккее. И как бы все равно как бы за это время уже там наелся хоккеем, надо было какой-то период, чтобы отойти от него. Ну и сейчас как бы уже все равно соскучился и хочется обратно вернуться как бы. Сразу видно, ребята, что глаза горят, рвутся в бой, можно сказать. Сейчас работать начнем там уже. Все видно будет. Ну, видно, что ребята пришли с настроением. Ну, наверное, я думаю все-таки, что больше комбинационный, наверное, к этому. Я сам как бы в такой хоккей играл, как в Магнитогорске, 13 лет там практиковали. Ну и здесь, в автомобилисте, тоже играл когда-то. Тоже как бы на силовой такой не ставили никогда. Больше тяготели к комбинационному хоккею. Ну и думаю, что здесь, наверное, так же будет сейчас. Немолодцев Михаил Александрович, тренер по вратарям. Недавно тоже закончил свою профессиональную карьеру, работал главным тренером по вратарям спартаковцев. Кто здесь вратари, работали с ним, не знаю. Да, у нас строй хороший, поработать на новом уровне. Все равно с ребятами у меня, я знаком со всеми, которые здесь находятся в команде. Но они перешли на новый уровень, и я с ними, получается, так же. Я думаю, что это правильное движение, также продолжать с ребятами работать дальше, не передавать им какого-то другому тренеру. Ну, мы с ними работаем в одном ключе, то, что я от них требую. Они это знают. В принципе, разговаривали с тренером первой команды, Курошиным. Мы с ним сходимся в одних планах. Наша задача – воспитывать вратарей для первой команды, чтобы они росли, развивались, ну и, наконец-то, вырасти своего вратаря в Екатеринбурге. Зайков Александр Германович – это врач команды. Тоже, наверное, многие знаете его. Он отработал 3 года в КХЛ. Автомобилисте в первой команде, потом 3 года работал в Ханты-Мансийске в Югре врачом ПХЛ. Также он будет помогать нам в тренажерном зале повышать ваш уровень физической подготовки. Да, но команда, так же как и я, отдыхала 2 месяца. Наверное, все уже успели соскучиться по работе. Последние дни уже в ожидании, когда хотелось побыстрее всех ребят увидеть живыми, здоровыми, отдохнувшими, готовыми к работе. Я считаю, что ребята выступили достойно, сыграли свою силу. В плей-офф маленько нам не повезло. Все 3 игры проиграли в 1 шайбу, 2 в овертайме. Но в этом году постараемся выступить лучше. Тем более у нас команда очень молодая, наверное, опять будет, так же, как и в том году, самая молодая в лиге. Костяк, наверное, будет все равно составлять. Ребята 97-го года рождения, так как 94-95, я считаю, перешли уже МХЛ. И те правила, которые нам из Москвы прислали, что 94-й, там 93-й некоторые команды, людям по 21 год, по 21 году их будут играть с нашими 16-17-летними ребятами, я считаю, что это неправильно. Но у нас есть свой курс, свой взгляд на это, молодежный хоккей. Будем доверять молодым ребятам 96-го, 97-го года, даже 98-го есть 2 ребят. Нам поставлена задача, чем больше ребят перейдет из одной раздевалки в другую, это будет наш показатель работы. Результат, конечно, он важен, но он на сегодняшний день отойдет на 2-й план по той простой причине, что команда очень молодая. И ребятам надо набираться опыта, как можно больше ребят дать поиграть, наиграться.
поступки, а ребята показали свой истинный уровень, потенциал в хоккее, на кого можно рассчитывать в будущем.